чтобы мои верные слушатели здесь собрались. Хорошо бы принести бухла, запустить фейерверки и, пожалуйста, захватить бекон. Вот он, дивный новый мир. Нет, ну у нас полно проблем, конечно. Заброшенные машины, дохлые звери. С наркотиками вообще вопрос не решен, и дороги по-прежнему. Одна из главных бед пирата. И бешеные звери шляются по всему. Но мы об этом позаботимся после. А знаете, что мне пришло в голову? Что если эти животные начнут подбирать оружие и боеприпасы и нападут на людей? Это будет что-то. Клевая киношка могла бы получиться, кстати. Нет, ну только представьте себе, скажем, медоеда со штурмовой винтовкой в лапах. Крутое кино, говорю же. Я бы даже на билет раскошелился. Да, я уже вижу это. Супер-мега-блокбастер под названием «Жаркие медоеды». Нет, они там не раздеваются, а стреливают. И нет, я сегодня еще ничего не принимал. У меня здесь... Все реже и реже. Не знаю, может, мне кажется, но кто-то, похоже, серьезно увлекся охотой.